Зимой! И летом стройная, зеленая была. Видным Дед Мороз появился с первым снегом. Дети и даже взрослые встретили волшебника, которого ждали весь год с песнями и улыбками на лицах. Такому гостеприимству со стороны собравшихся дедушка был очень рад. Пришло много ребят, много родителей, бабушек, дедушек. Мы спели песню. Я проверил у ребят, написали ли они мне письмо. Письмо Деду Морозу. Конечно, все написали. Именинник провел для детей игровую программу, спел с ними новогодние песни и подарил сладкие подарки. В этом ему помогли активисты территориального совета молодежи «Старый город», которые подготовили увлекательные конкурсы. Дети могут поиграть в настольный футбол, дети могут поиграть в кольцеброс, могут принять участие в веселых стартах, могут просто походить, погулять, посмотреть, как что проходит. Таких, кто не хотел участвовать в конкурсах, не было вовсе. Чтобы обрадовать Деда Мороза, дети объединялись в команды и соревновались между собой. Все за время игр успели подружиться и насладиться предновогодней атмосферой. Все могут как-то командами работать, никто ни с кем. Кто-то с кем-то дружит, они командой объединяются, делают, помогают. Мне тут нравится, потому что я туда каждый день хожу, выиграю призы там. И... я всем желаю счастья, там, здоровья, что сюда каждый день приходили. Дед Мороз так и не раскрыл детям тайну своего возраста. Всем пришедшим на его день рождения он подарил новогоднее настроение, а сам дедушка остался доволен тем, что в него по-прежнему верят. Волшебник тепло попрощался с мальчишками и девчонками до Нового года, а они пообещали ждать его появления. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.